Ну, Бишоф Шофен есть как на ладони. Вот где спортивный комплекс, оттуда начало маршрута. Это уже вот лес начинается здесь. Вот это скамеечка на конечной точке. Вон там лес. Там отдельный маршрут уже идут. Темный лес. Надо будет и туда как-нибудь сходить, конечно. Посмотреть. Начало, вот скамеечка, это конечная верхняя точка, а дальше еще куча маршрутов других есть. Сейчас, вот весь Бишоф Шофен на ладони внизу лежит.